Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом на выезде из Одессы. На трассе, ведущей в Черноморск, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с джипом Mitsubishi Pajero. От удара Nissan развернула, мужчина погиб на месте, водитель внедорожника и пассажир, 4-летняя девочка, были госпитализированы. По направлению в Черноморск тянучка. Неподалеку от виноградников сразу на выезде из Одессы авария. Белый старенький Nissan выехал навстречу и попал в дорожно-транспортное происшествие с участием джипа Mitsubishi Pajero. По информации, которая имеется на момент 13.00, погиб водитель. Тело до сих пор его не убрали. Ведут следственные мероприятия, машины еще не эвакуировали, поэтому движение на выезде из Одессы затруднено, небольшая пробка. Дальнейшие подробности мы уже узнаем от правоохранительных органов чуть попозже. К 2 часам дня последствия аварии на дороге Одесса-Черноморск ликвидировали.